Движемся мы по Литвянке. Залив. Еще не растает. Ну, Байкал. Ну, это залив все равно получается. Ну, не суть, короче. Короче, это Байкал в любом случае. Что залив, что не залив, все равно Байкал. Начал он таять, в общем. Ну, людей с него и не прогнать еще. Целая куча народу, кто чем занимается, кто на саночках катается, кто на лыжах вон виднеется, пару человек. Вот, в общем, вот так. Прикольно тут, конечно. Но жить бы я тут не хотел. Домик. Прикольный домик. Вот такая вот гора виднеется вдоль трассы. Че? Распадки. Вот. Движуха тут, короче, как в городе. Туристов тут вообще уйма. Цены тоже ужас. Ладно, о ценах не будем. Он прет катер на воздушной подушке по льду. То есть мы идем 60, ну, наверное, валит километров 70-80. 70 точно идет. Больше, наверное. То есть он катает туристов, не знаю, почем цена билета. То есть от порта Листвянка, от порта Байкал. И вот в эту сторону тут он что-то разворачивается, видимо, и обратно. Вот так, в общем. Короче, он километров 80 точно наваливает. Всем пока. Всем привет. Итак, это большая речка. Тут что-то вот строят, в общем. Что-то развлекательное. Какую-нибудь гостиницу. Или кафешку. Большую часть мы проскочили, то есть уже. И все же. Что вот осталось у нас? Он лимузин наваливает. Лимузин видела? Сейчас видела? Да. Thank you.
дороге, в общем. Стоит какой-то постамент времен СССР. Ну это, видимо, так для красоты. Что-то там машинку видел? В виде сахи. Да, видел. Вот он выезд из большой речки. Вот такие тут, короче, кривляки. Зачем сначала отваривать, потом высушивать? А он не это. Деревянный же станет, если его зажарить дороги Байкальского тракта. 100 колес навалено, то есть ту часть от 8 до 14 отремонтировали, а тут я не знаю, то есть какой километр, тут видимо расширять будут. Куча перекопанного, потому что все, ну и как, в принципе, я считаю, что давно пора. Сейчас едем тут по тракту, столько машин, мы вот как колонной вышли с вот этой Волгой, так и идем. Вот, то есть берут, видимо, земельку, капитально так все раскопали, расковыряли, или будет какой-то переезд, может. Короче, подробностей не удавался, не знаю, надо в интернете покопать, как тут и что будет. Вот, то есть. С этой стороны все раскопано, с этой стороны вот заложено уже. Тут, наверное, какой-то будет виадук или что-то. В общем, как-то так. Вон бульдозер что-то стоит, копает. Выравнивает ли. В общем, строительство ведется в полном объеме. Вот там вот стоит. Стройка идет, вернее, полным ходом.
этой дороги, то есть рубят лес в каких-то целях. Думаю, что сделают пошире. Хотя бы по две полосы, но надо. Одна полоса вообще не справляется. В общем, надо посмотреть. Интересно мне самому стало. И там много-много наваленного лесу. Вон ходит дорожная техника, груженная лесом. Что-то тут будет интересное, наверное. Тут у них база, видимо. Стоят краны. А, нет, тут мост делают. Вот здесь какой-то виадук будет, видимо. Вот здесь вторая часть. Ехали мост с этой стороны, тоже было навалено. Сейчас посмотрим, видно будет, не будет. Тундра прошагала. Интересно. Там идет регистрационный УАЗик. В общем, держит нас капитально так. Квартиры строят. Вроде бы как камеры, наваливать бесполезно. Вот вываленный лес, в общем, как я и говорил. То есть...
вся вот эта полоса свалена. И какая-то, не знаю, будет ли съезд куда-то. Бульдозер делает выезд. Такой вот съезд, в общем, какая-то плита бетонная, думаю, блин, под какой-то мост, скорее всего. Вот, в общем, подбираемся мы к поселку Молодежному. Тот участок, который был реконструирован. Здесь хороший такой качественный асфальт. Не знаю, насколько его хватит, этого качественного асфальта. Ну, пока все прикольно. Мягонько так шагается по нему. Прям прикольно, короче. Везде бы в России был такой асфальт. Цены бы ему не было. И дорогам бы российской цены не было. Сейчас будем ехать по виадуку, который сделали уже. Вот он. Пошел. Там, то есть, съезд пошел на Байкальскую. А этот, то есть, пошел в поселок Молодежный. Он двухполосный в разных направлениях. Оттуда вот транспорт движется, идет на Байкальскую выход. Но это непосредственно поселок Молодежный. Ладно, завязываем трендеть, короче. На этом нотке закончим нашу съемку. Ладно, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.